Приветствую всех вас на своем канале. С вами, как всегда, Светлана. И особенно хочу поприветствовать новых зрителей моего канала и предложить подписаться. Не пожалеете, на свой канал загружаю только яркие моменты своей жизни. Вот и сегодня я вам хочу показать обзорчик. Близкий-близкий обзорчик такой красивой орхидейки под названием Палермо. Поглядите. Как всегда, я вам хочу показать очень-очень близко. Посмотрите, какая расцветочка. Листики прямо такие вот и зелененькие, и розовенькие. Губка вот такая вот у нее розовая. Вот посмотрите, еще такой вот цветочек. Видите, какой он красивый и с прожилками. Сейчас мы с вами замеряем. Я уже мерила его и покажу вам. Мерила я, он у меня был 6 сантиметров. Вот такой вот. Вот. Видите? Не этот 5,5, а вот этот вот уже, видите, 6 сантиметриков цветочек. Вот. Но они у меня еще растут. Ну, то есть он еще вот только-только, видите, распустил еще. Даже не все бутончики подраспустил. Вот, еще тут много столько. Вот, сейчас вот эти покажу, которые так вот носик задрали кверху. Вот эти вот. Да, таких вот озорных цветочка. Вот они. Видите, красота какая. Вот, зеленая и розовая. И тут вот такой вот тоже умничка стоит. Купила я, как всегда, ну не как всегда, в основном я заказываю и делаю покупки в Одноклассниках. Там очень хорошие продавщицы, девчонки. Фотографии выставляют, как вы попросите, например, корни показывают, все-все. И как бы уже наверняка знаешь, что берешь. Я его уже, как всегда, как и все свои, перевела на водичку. Он у меня находится уже, ну, наверное, недельку назад я его взяла. Вот, недельку он у меня стоит в водичке. Конечно, как всегда, вот видите, во вкоре много было загнивших корешков. Ну вот, будем ждать наращивания новых корешков. И дай бог, моя вот такая вот растишечка у меня приживется. Да, как бы это у меня уже третья палермочка. Первая очень давно-давно еще была, когда у меня я не знала этот систему, открытую систему содержания орхидеек в воде. У меня сгнила первая моя палермочка. Корешки сгнили, потому что были в коре. Вторую палермочку я взяла. Ну, где-то весной она у меня приехала ко мне тоже в Одноклассниках. Я уже взяла ее, конечно, с подгнившей шейкой. Но сейчас у меня остался только цветонос с обработанными почечками цитрулиновой пастой. Вроде там как завязываются деточки. Но пока еще ничего не могу сказать. Там только такие как бы носики выросли. И я не знаю, что там вылезет и будет. Вот. И наконец-то я ж, девушка, не успокоюсь. Я такой очень хотела, хочу
И вот опять я заказала такой вот красотенюшку. И буду, значит, ее выращивать у себя. Вот такая вот красота. Спасибо за внимание. Ставьте мне лайки. И не забудьте подписаться на канал, кто еще не подписался. До встречи. Продолжение следует. Пока-пока.